Здравствуйте! В эфире «Территория Тольятти» – программа о городе, где каждый день происходит что-то важное, интересное и необычное. В сегодняшнем выпуске вы увидите. Выжил сам и спас 68 человек. Как сегодня живет герой России Григорий Кириченко? «Лада» против «Молота» Прикамья. Как завершилась первая домашняя игра тольяттинцев после серии выездных матчей? Без путевки по всему свету в Тольятти приехали известные тревел-блогеры. Какая страна их особенно поразила? Праздничное настроение. Как в Автограде проходят предновогодние елки. 9 декабря в России отметили День Героев Отечества. Наша съемочная группа встретилась с тольяттинским военным в отставке, который спас 68 раненых товарищей. Как сегодня живет герой России Григорий Кириченко, расскажет Игорь Романов. Во время штурма Грозного старшего прапорщика Кириченко посчитали погибшим. Награду Героя России он получил только через год. Ошибка военных вполне понятна. В той кровавой мясорубке полегло много наших парней, вспоминает ветеран. У меня механик сидел здесь, до города. Механик доезжает, я сижу за пушкой. Я за наводчика был. Вот. Мы вдвоем с механиком были. У нас был еще этот медбрат здесь сидел. На месте старшего стрелка, вот здесь, на месте старшего стрелка сзади меня, сидел медбрат, старший сержант с медицинского батальона. Вот мы втроем вывозили раненых и погибших, тела погибших ребят. К этой боевой машине пехоты у старшего прапорщика в отставке, прошедшего Афган и Чечню, отношение особое. Очень напоминает она его боевую подругу, на борту которой он спас столько жизней. Радуется за эту БМП, тоже выжившую на дорогах войны. Ведь армейский век железных лошадок недолог. Средний ремонт это в Рембатах делают, когда она пройдет 6 тысяч километров. 9 тысяч километров уже проходит машина. 9 тысяч. Ее отправляют на завод, делают ей капитальный ремонт двигателя и всего остального. Вот. Наша машина за 4 года прошла 17 тысяч. Без ремонта, без среднего и капитального. За 4 года у нее одно только прогорели прокладки. Теперь герой в отставке своими руками дает вторую жизнь старой военной технике. Он нашел себе занятие по душе благодаря случайному знакомству с сотрудниками музея на встрече со школьниками. Так завязалась наша дружба. То есть, если бы не инициатива как бы, со стороны моего коллеги, вот, может быть, через некоторое время он бы появился в нашей жизни. Но звезды сошлись. В любом случае, мы уже сейчас не представляем как бы, нашу какую-то жизнь, нашу деятельность вот, без участия этого интересного человека. Жара на улице или отрицательная температура. Григорий Сергеевич в ремонтном ангаре. И когда пошедшая на поправку разнокалиберная техника делает первые шаги, то управляет ей в эти минуты герой России Кириченко. Блестящий специалист, мудрый человек. Наверное, тот, кому относится поговорка «поцелованный Марсом». Имеется в виду бог войны, но это счастливый прадедушка, заботливый супруг. Опыт Григория Сергеевича особенно ценен при реконструкции боев, которые устраиваются в техническом музее. А некоторых детишек он даже время от времени катает в настоящей боевой машине пехоты. Герой своими руками пишет новую историю, теперь уже под мирным небом. Они посетили более 19 стран, 40 городов и вот приехали в Тольятти. Странствие Виталия Хон и Николая Цой началось в Англии и длится уже почти год. Чем запомнится путешественникам Самарская область, поинтересовалась Кира Исмаилова. Виталий Хон и Николай Цой впервые отправились в путешествие в феврале этого года. Их привлекли недорогие авиабилеты в Англию. После продолжили странствия по Европе. Но красота и величие Британии настолько поразили их, что они решили приехать туда снова. Когда мы приехали в Эдинбург, в Шотландию, я просто шла по улице и плакала. У меня слезы не могли остановиться. И мне просто хотелось на весь мир кричать, то, что люди, бросайте все, работу, учебу, вот все, что вот у вас есть. Бросайте все и летите в Эдинбург. С моей стороны, кажется, почему его так сильно впечатляет именно Эдинбург, что он находится на холмах, и весь исторический центр, он как бы оказывается у тебя на ладони в какой-то момент, потому что ты идешь и ты видишь сверху все здания классические. Виталий и Николай не пользуются услугами турагентств. Билеты по выгодным ценам ищут в интернете. Их девиз – тратить на поездки как можно меньше и посетить как можно больше стран. Во время путешествия у супругов появилась традиция. Однажды я сидела
в интернете и увидела картинку, какая разница, сколько лет твоим кедам, если ты в них гуляешь по Парижу. И показала Николаю ее. И он говорит, слушай, а давай тоже такое делать. Фотографию во всех городах, где мы бываем. Таких снимков у супругов уже несколько десятков. Их делают, как правило, в крупных туристических центрах. Это вызывает довольно-таки оживленный интерес у прохожих, которых да, обычно очень много. Да, все оглядываются, начинают нас фотографировать. Кто-то, да, снимать на видео. Да, кто-то пальцем у виска крутит, типа, что вы делаете? Кто-то, наоборот, говорит, смотрите, как прикольно придумали. Вот. И в какой-то момент так туристы, видимо, из России проходили, и парень так свою спутницу смотри, говорит, что китайцы творят. Объяснять, что они корейцы и приехали из России, приходится часто. За 9 месяцев поездки сами сталкивались со стереотипами и разрушали их. Рассказывают, узнать больше о жизни других стран помогают именно такие путешествия, самостоятельные, не по путевкам. Признаются, Самарская область поразила их с первого взгляда. Живописные пейзажи настолько завораживают, что сюда непременно хочется вернуться. Кира Исмаилова, Сергей Богатюк, новости губернии. Домашняя игра после серии гостевых матчей. Тольяттинские хоккеисты приняли на своем поле спортсменов из Перми. По итогам гостевых встреч у «Лады» одна победа и два поражения. Удалось ли спортсменам из «Автограда» реабилитироваться дома, знает Кира Исмаилова. Игра «Лады» и «Молота» Прикамье начинается с яркого предматчевого шоу. После символического вбрасывания инициативу перехватывают гости. Они же открывают счет на 15-й минуте. Валерий Глебов добивает шайбу после дальнего броска Георгия Макаева. Это единственный гол в первом периоде. Мне пока все нравится, потому что наши хорошо держатся. И думаю, в последующих они реабилитируются и забьют еще не одну шайбу. Сейчас очень напряженно, непонятно, кто же победит. Все, вот обе команды, они очень сильные. С начала второго периода «Лада» усиленно идет в атаку. И оборона «Молота» Прикамья не выдерживает. Филипп Толузаков точным броском со средней дистанции отправляет шайбу в ворота противника. Еще один гол через 2 минуты забивает Владимир Журавлев. Это вторая шайба нападающего в сезоне. После «Лада» продолжает прессинговать пермяков. Но счет не меняется до конца 20-минутки. Нам второй период очень понравился. Хоть и первый мы проиграли, но мы с женой знаем, что наша команда лучше всех. И мы за нашу команду болеем. «Молот» Прикамье тоже команда неплохая, хорошая, сильная. Но мы знаем, что наша команда еще сильнее, и поэтому мы выиграем. «Лада» чемпион. Нашу «Ладу» всегда интересно смотреть. Мы приходим, болеем и будем болеть за наших. В третьем периоде поздравляют болельщика именинника. Ему вручают подарок от телерадиокомпании «Губерния». А игра тем временем продолжает накаляться. Атаки на ворота тольяттинцев идут одна за другой. Но Александр Скрыник безупречен на последнем рубеже. В конце гости при формате 4-4 заменяют голкипера полевым игроком. Этим пользуется Артурс Озелинш и ставит финальную точку. 3-1. Победа за «Ладой». Секретом успеха спортсмены делятся после игры. Если раньше для них второй период был ахиллесовой пятой, то теперь все изменилось. У нас и началось с выезда, наверное, это где мы там после неудачных игр в Москве и Воскресенске. Ну, все уже было, можно сказать, крайняя точка, что уже ребятам объяснили, уже так нельзя, уже сезон, уже середина сезона, скоро плей-офф, надо уже оттачить свою правильную игру. В принципе, где-то у нас это получается, но все равно моментами немножко... Может, где-то сбавляем. Но есть время поработать над этим. Итоги встречи подводят на пресс-конференции. Тренер «Лады» Александр Титов рассказывает, что сделано, чтобы помочь команде не повторять старых ошибок. Ребят, хочу поблагодарить, потому что сейчас был построен тренировочный процесс, подгрузили их немножко. Было у нас 4 дня, подгрузили их. Я думаю, что это тоже... Сказалось так, молодцы, что до конца сражались. Сейчас у «Лады» второе место в турнирной таблице конференции 1. Впереди новая серия домашних матчей. Следующая игра в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена» пройдет 11 декабря. Противник – ижевская команда «Ижсталь». Тольятти преображаются к Новому году. В городе наряжают елки и зажигают огни. Особенно праздника ждут дети. И они уже могут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Совместно с телерадиокомпанией «Губерния» одна из творческих студий города организует в Тольятти предновогодние выступления. Праздничным настроением с вами готова поделиться наша съемочная группа.
Добро пожаловать в сказку. Волшебные персонажи радуют детей и взрослых в честь наступления зимы и приближения Нового года. Атмосфера настолько праздничная, что даже Баба-Яга мила и добра. Разыгрывает подарки от телерадиокомпании «Губерния». Прекрасные выступления ребят, молодых девчонок, мальчишек. Нам очень понравилось и вообще не ожидали получить подарок. Очень приятно. Спасибо большое. Что получили с подарком? Что будете с ним делать? Будем с ним играть теперь. Покажи мышку. Вот какая мышка! Красивая. Предновогодние выступления для тольяттинцев совместно с телерадиокомпанией «Губерния» организовала студия творчества «Кредо». Она работает в Автограде уже 20 лет. Учит детей танцам, музыке, изобразительному искусству и актерскому мастерству. Очень нравится выступать. Новогоднее настроение переполняет нашу душу, и мы выходим, как прям выдыхаем и танцуем. Это дает очень большой актерский опыт, потому что неважно, хорошее у тебя настроение или плохое, ты должен отдать всю себя на все 100. Да. В течение 7 лет студия творчества «Кредо» устраивает в Тольятти главную елку. Как рассказали организаторы, 2020-й встретит ярким красочным шоу «Разблокируй Новый год». В нем выступят более 100 артистов в карнавальных костюмах. Дети в зрительном зале будут и танцевать, и петь вместе с нашими артистами. Ну и самое главное, Дедушка Мороз приготовил волшебный сюрприз – это лазерное шоу. Яркие огонечки всех радуют, и маленьких, и больших зрителей, которые придут на нашу новогоднюю елку. После каждого спектакля для гостей пройдет бомбическая, по определению организаторов, дискотека с Дедом Морозом и всеми участниками новогоднего представления. Заметели за пургу, все клянут меня ягу, а во мне вреда не больше, чем в румашке на лугу. Дорогие ребята, бабушки, дедушки, мамочки, папочки, все-при-все, приходите к нам на новогоднюю елку в ДК ИТ. Сейчас он называется «Автоград». Мы вас ждем с 21 декабря по 4 января. С наступающим Новым годом вас, милые касатики! На сегодня это все. Если у вас есть интересные темы для сюжетов программы, звоните по телефону, указанному на экране, или пишите нам в группу во ВКонтакте. А мы с вами увидимся ровно через неделю. До встречи на территории Тольятти!